Сейчас каждый второй фотограф. Понакупали себе дорогих фотоаппаратов, а на штативы денег не хватило. Но это не беда, если под рукой у вас есть пластиковая бутылка и несколько еще подручных средств. Итак, нам понадобится незаменимая в хозяйстве пластиковая бутылка, небольшой деревянный брусок с проделанными в нем тремя отверстиями, гвоздь, заведомо предусмотрительно согнутый нами буквой «П», крышечка от пластиковой бутылки, так сказать, болт, и, собственно, фотоаппарат. Первым делом мы берем брусок, не побоюсь этого слова, болт, и продеваем его в сквозное отверстие внутрь. Для того, чтобы смастерить такой штатив, начинающий фотограф должен быть довольно опытным столяром. А никто и не говорил, что будет легко. Подсоединяем эту конструкцию к бутылке. Также предусмотрительно мы сделали в данной бутылке две таких зазубрины. Одно очевидно. По владельцу такого штатива сразу видно, что он личность творческая. Нанизывайте строго по резьбе. И еще важная деталь. К такому штативу лучше всего подойдет фотоаппарат с очень прочным корпусом. Слегка. Ну что ж, Игоря мы обеспечили вот таким замечательным штативом для фотоаппарата. Я буду фотографировать свой гербарий. Теперь вы сами видите, что не только хлеб всему голова, но еще и пластиковая бутылка всему голова. Сколько полезных вещей из нее можно сделать.